Вот опять, вот когда вот девушка ставит лайк взаимный, я пишу там, голосовое сообщение даже могу записать там, с комплиментом там, еще там, все такое, ну, нормальные слова, адекватные. И пишу свой номер телефона. И говорю, либо типа свой там какой-то удобнее, хоть Телеграм. Но если Телеграм даст, то я буду уже как-то, буду думать, что-то она боится, значит, она будет все время бояться, может быть. Либо нужно будет много времени, месяцев с ней общаться, чтобы она перестала бояться. Потому что многие шифруются, прям чего-то шифруются. Это я должен шифроваться, но не они, по идее-то. И, в общем, такое часто бывает. Пишу комплимент, там, тра-ля-ля-ля, телефон, а мне пишут в ответ там, добрый день, благодарю, смайлик. Но после этого я ничего не хочу даже писать. Ну, если я все уже сказал и телефон дал, если вот такое, ну что там дальше? Привет. Что, еще раз написать привет? Так, а почему я данной даме-то? Мне дама пишет, привет, Влад, я 2 раза была в Греции, самая первая написала. Но давно, во столько-то и во столько-то лет. Потом дальше пишет, ты программист? А почему я ей не ответил? А, так она, походу, сама программист. Пишет, по крайней мере, про это в описании. А, я понял, почему не ответил. Она мне внешне не понравилась. Да. Тут недавно общался с одной дамой, ну как общался, переписывался, там голосовое отсылал, и говорю, я тебе позвоню позже. Говорю, прислать тебе что-нибудь, ну типа там видео, фото, там какие-нибудь виды, что-нибудь там себя. Да, давай. И вот я прислал там несколько видосов из ТикТока и что-то еще, ну и свои фото. Такая, ой, типа, как хочется в Грецию там. То есть вот за последнее время были две дамы, которые вот прям очень хотели именно в Грецию. Прям я, одна пишет, я всю жизнь мечтала. Точнее, не всю жизнь, что-то я в Греции работала, и мне там хотелось остаться жить там. В общем, даже, по-моему, три дамы были. Именно, типа, Греция, Греция, очень нравится Греция. И вот с одной из них я переписывался, потом отослал ей всякие там виды, и в итоге мы с ней созвонились. А с ней было не о чем вообще поговорить. Ну вот я насколько умею болтать и разговаривать, как бы, да, но когда собеседник почти все время молчит, либо ну, не проявляет никакого интереса, да, нет, не знаю, может быть, и молчание. Ну, все желание отпадает. А я-то уж думал, вот опять, наконец, нашлась. Но нет. Антон, ну я для себя решил, что я еще из страны СНГ. По ментальности, мне кажется, ближе все. Ну, не все, многие моменты. Максвол, здорово. Ничего не вышло. Плюс я вижу то, что кафе-бары люди ходят компаниями. А я не хочу в компаниях быть. Нет, ну в компаниях можно, но изредка. Мне хочется с женщиной вдвоем быть. Чтобы была тишина и спокойствие. И никого не было. Да помню я твой никнейм, конечно, помню. Артем, ну я заметил, что вот даже если я выставляю фотографии себя похудевшего, меня частенько лайкают люди полные. Но я не, опять же,
Пока ничего у меня конкретного нету. Я не, ну, если меня человек вот, ну, не привлекает чем-то, ну, я и красавицу не ищу, но если нет какого-то чего-то так вот, чтобы, ну, внешне, чтобы вот приятно было, я дальше не буду общение начинать даже. Зачем? Там что-то там грудь увеличить, ты бы согласился бы, если бы, допустим, деньги были? Нет, зачем? Меня своя устраивает или счет. Я говорю, а краситься? Ну, я образно говорю, ну, такие ситуации были. Я говорю, а ты красишься? А зачем это? И только когда на какое-нибудь мероприятие, а так зачем? Не знаю, мне нравится, когда красится. Естественность, это не всем идет далеко, не всем. А там, если компании, нормальные компании, да, то, может быть, и с кем-то и познакомился бы, может быть, тогда, может быть, еще как-то было бы повеселее жить одному. Но, опять же, я сам, получается, себе противоречу, познакомился бы. А для чего? Чисто для интима? Это я не такой. Я не такой. Но я не хочу для этого знакомиться. Я влюблюсь, а потом буду переживать. Вот. А для серьезных отношений тут надо думать.